Мышиная возня в доме 3008 продолжается. Напомню, во вторник в нашем выпуске мы рассказали о ситуации во втором подъезде этой многоэтажки. Здесь жильцы ведут многолетнюю войну с грызунами. Эти люди и обратились в нашу редакцию. В тот же день, когда там побывала наша съемочная группа, на место выехали и специалисты компании, которая занимается санитарной обработкой дома. Для начала, чтобы просто разобраться в ситуации. В тот же день, 4 февраля, дезинфекторы в подвале дома и на чердаке разместили специальные контрольные ловушки с ядом. Эти нехитрые устройства, кульки с ядоприманкой, которые готовятся в специальной лаборатории, являются индикатором присутствия в помещении грызунов. Если погрызы будет, значит тут мышь есть. Если погрызы нет, значит нету. Специалисты компании «Сервис Плюс» обрабатывают не только подвал и чердаки жилого дома, но также и мусорокамеры, потому что здесь... Самая основная – мышиная столовая. Здесь принцип такой же – яд и клей. Но все три места – чердак, подвал и мусорокамера – это места общего пользования, и их обрабатывают стабильно два раза в месяц по графику. А в квартиры они могут попасть только по заявкам. Кроме того, почти не обрабатываются труднодоступные места. Заселяют такие недоступные места, межпанельные пространства, в которые мы никак не можем попасть. Или, допустим, вентиляционные шахты, где тоже мы не можем работать ядами, только ставим клеевые площадки-ловушки. Порой в появлении в квартирах грызунов виноваты сами жильцы. Они могут, например, привезти их с дачных грядок вместе с урожаем. Также специалисты рекомендуют закрывать решетками вентиляционные и прочие отверстия, через которые мыши легко могут совершать набеги из своего гнезда. У них захламлены кладовые, захламлены шахты, которые, где проходят канализационные трубы в туалетах, бывают полочки наделанные, стоят продукты, стоят, значит, картофель, овощи. Это все привлекает грызунов. В целом же в городе, уверяют специалисты, все стабильно и ситуация под контролем. В подвальных помещениях жилых домов мышей нет. По отдельным же случаям в квартирах необходимо разбираться в индивидуальном порядке. А надеяться на полное изгнание грызунов из города не стоит вовсе. Такое возможно только в сказках. Александр Елисеев, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.